Идеальная заготовка на зиму, икра из баклажанов с яблоками. Вкус просто волшебный и хранится без проблем. Берите на заметку рецепт. Икру из баклажанов с яблоками очень легко заготовить на зиму. Подготовьте все овощи, нарежьте крупными кусочками и тушите до мягкости. Затем при помощи блендера измельчите до состояния икры. Получится отличная закуска на зиму. Кроме того, можно смело намазывать такую икру на хлеб. Подобный перекус всегда выручает. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все ингредиенты. Вымытые баклажаны нарежьте крупными кубиками. Разрежьте яблоки на средние кусочки, удалив внутренние семена. Почистите болгарский перец от семян и нарежьте средними кубиками. Перец используйте любого цвета, зеленого, желтого или красного. Ставим лайк и подписываемся. Почистите репчатый лук и нарежьте кубиками. Вымытые помидоры нарежьте средними кусочками. На дно кастрюли влейте масло, затем всыпьте все нарезанные овощи, поставьте тушиться на средний огонь. Через 10 минут всыпьте сахар и соль, перемешайте, тушите овощи еще 10-15 минут. Овощи стали мягкими и выделили достаточное количество сока, икра почти готова. Взбейте овощи при помощи погружного блендера до состояния икры, можете взбивать до желаемой густоты и консистенции. Кто-то любит, чтобы в икре попадались небольшие кусочки овощей. Икру верните на огонь, доведите до кипения и выключите плиту. Горячую икру сразу разложите в чистые простерилизованные стеклянные банки. Банки закатайте крышками и дайте остыть под одеялом. Храните икру в темном и прохладном месте. Выход готовой заготовки – одна банка объемом 0,5 литра. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Баклажаны – 300 грамм. Яблоки – 80 грамм. Лук репчатый – 80 грамм. Помидоры – 100 грамм. Болгарский перец – 80 грамм. Масло растительное – 40 грамм. Сахар – 4 грамма, соль, 5 грамм, количество порций, 1. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До новых встреч!